Добро пожаловать на канал Международного агентства недвижимости «Лига Real Estate». Меня зовут Мария, и сегодня вас ждет настоящий сюрприз. Я с радостью презентую вам проект нового жилого комплекса в районе Тосмур. И прямо сейчас я назову вам несколько причин, по которым к нему стоит присмотреться. Во-первых, Тосмур – это район, который открыт для получения вида на жительство, а в наше время это очень и очень важное преимущество. Во-вторых, расстояние до Средиземного моря всего 800 метров, и здесь действительно очень хорошая инфраструктура. Здесь есть абсолютно все, начиная от школ, детских садов, магазинов, рынков. И самое главное, что эта инфраструктура работает круглый год, то есть она не затихает даже в зимний период. Ну и, пожалуй, четвертое очень важное преимущество – это то, что на территории будет стоять единственный 10-этажный блок, и вполне вероятно, что в вашем здании вы будете знать абсолютно всех соседей. Ну что, если вас заинтриговало, то ставьте лайк и ознакомьтесь с информацией подробно в дальнейшем ролике. Я бы назвала этот жилой комплекс зеленым оазисом среди района с очень развитой инфраструктурой. Это комплекс, в котором лаконичный дизайн будет органично сочетаться с эко-концепцией, а также здесь при строительстве будут использованы самые современные технологии и высококачественные материалы. Проект этого жилого комплекса направлен на сохранение максимального количества зелени. И прямо сейчас вы можете увидеть на ваших экранах, что здесь отсутствуют большие жилые комплексы, а также у вас будет сохраняться первозданный вид красоты природы. А это, согласитесь, дорогого стоит даже в таком городе, как Алания. Как мы с вами можем увидеть в режиме реального времени, строительство этого жилого комплекса уже находится в активной фазе. На территории 3557 квадратных метров будет располагаться один 10-этажный блок. И на сегодняшний день вы уже можете выбрать квартиру той планировки, которая вам подходит. В продаже имеются квартиры планировкой 1+1 и площадью от 47,5 квадратных метров. Двухэтажные квартиры пентхаусы планировкой 2+1 и площадью от 95 квадратных метров. А также двухэтажные квартиры пентхаусы, но планировкой побольше 3+1 и площадью 107 квадратных метров. А еще, несмотря на то, что это будет уютная резиденция с лаконичным дизайном, здесь будет достаточно обширная инфраструктура. Не переключайтесь, я расскажу вам об этом немножко позже. Потому что сейчас мы прервемся на специальное предложение от компании «Лига Real Estate». Новый жилой комплекс премиум-класса от компании «Лига Real Estate» в перспективном районе Демиртаж. В вашем будущем доме будет все. От открытого бассейна и трансфера на пляж до современного фитнеса и детской игровой комнаты. Резиденция, в которой вы и ваша семья будете чувствовать себя в комфорте и безопасности. Предлагаем доступные условия для покупки недвижимости в Алании. Первоначальный взнос всего 30% и беспроцентная рассрочка до марта 2025 года. Сделайте первый шаг уже сегодня. Напишите WhatsApp по ссылке под этим видео. Несмотря на небольшую площадь, в этом комплексе будет вся необходимая для комфортной жизни и отдыха инфраструктура, а именно открытый бассейн с оборудованной зоной отдыха, крытый подогреваемый бассейн, сауна и римская парная. Разумеется, для детей здесь будет отдельная детская площадка, а для взрослых также предусмотрена комната отдыха, в которой будет находиться бильярд и настольный теннис. Фитнес, открытая парковка, зона отдыха для барбекю, ну и, разумеется, закрытая охраняемая и озелененная территория, спутниковые каналы, а также Wi-Fi. Все это к услугам тех, кто будет проживать в этом новом проекте в районе Тосмур. Окончание строительства данного жилого комплекса запланировано на июнь 2025 года. И стоимость квартир в этом жилом комплексе начинается от 154 тысяч евро. Я с радостью напоминаю вам о том, что до окончания строительства действует беспроцентная рассрочка. Первоначальный взнос составит всего 30%, и остальную стоимость вы сможете оплачивать в удобном для себя графике. Если вы хотите прямо сейчас узнать детали покупки такой недвижимости на этапе строительства, то нажимайте на активную ссылку в описании данного видео. С помощью этой ссылки вы перейдете в онлайн-чат,
в котором наши менеджеры с радостью подробно ответят на все ваши вопросы. И еще, дорогие друзья, для того, чтобы купить недвижимость в Алании, в Мерсине или на Северном Кипре, вам даже не обязательно сюда прилетать. Компания Liga Real Estate давно отточила механизм сделок в режиме онлайн. Это безопасно, надежно и очень удобно.